Наш город расположен на восточном берегу Балтийского моря, в месте, где испокон веков находятся рынки Запада и Востока. Удачное местоположение всегда было важным фактором, вовлекающим Вентспилс в глобальные экономические процессы. Название Вентспилс впервые было отмечено в исторических хрониках от 1290 года. Так или иначе, название Вентспилс, относящееся не к городу, а к порту, появилось в морских регистрах и на древних картах куда раньше. История Вентспилса богата и разнообразна. Стоит упомянуть его влияние в Ганзейском союзе, известную на весь мир судоверфь герцога Якоба, статус главного порта царской России, а также роль крупнейшего экспортного порта Советского Союза, которую Вентспилс играл в течение нескольких десятилетий. Сегодня Вентспилс – это процветающий европейский город с прекрасной деловой атмосферой, стабильно работающим портом и промышленностью, чистой окружающей средой и высокими стандартами жизни. Развитая инфраструктура, связь с ведущими рынками, разумное сочетание образования, науки и промышленности, наряду с развитой сферой услуг и уважительным отношением к клиенту, упрощает развитие благоприятной деловой атмосферы. Сегодня Вентспилс является частью основной транспортной сети Европейского Союза. В частности, город находится на пути шоссе Е22, ведущего из Вентспилса в Москву и имеющего высокую важность для Евросоюза. Крупный железнодорожный узел свободного порта Вентспилса связан с российской системой железных дорог и способен обеспечивать современную доставку грузов не только в Россию, но и в другие страны СНГ и даже в Китай. В Вентспилсе имеется региональный аэропорт, оборудованный необходимыми технологиями и инфраструктурой для обслуживания малой деловой и пассажирской авиации. Кроме того, всего в 2 часах езды от Вентспилса находится международный аэропорт города Риги, предлагающий более 80 международных направлений, имеющий свыше 200 отправлений в день. Вентспилс подключен к международной оптоволоконной сети. Также к городу проложены 2 независимых оптоволоконных подводных кабеля и 4 основные наземные оптоволоконные линии, ведущие главным коммуникационным хабам в Северной Европе и России. Все это обеспечивает качественный высокоскоростной доступ к сети интернет. Порт Вентспилса всегда имел стратегическую важность. Сегодня, в дополнение к традиционной перевалке грузов, Вентспилс производит также обработку смешанно- и штучно-тарных грузов. Порт прекрасно подготовлен для транспортировки тяжелых и негабаритных грузов, а также для выполнения самых сложных задач. Порт Вентспилса был и остается важным центром паромного транспорта и основным перевалочным пунктом движения в и из Скандинавии. Компания Stena Line ежедневно производит несколько отправлений из Вентспилса в Стокгольм в порт Нюненсхамн. Это позволяет обслуживать один из самых активных регионов – Швецию, и открывает также дорогу на Норвегию. Маршрут Вентспилс-Стокгольм является самым коротким маршрутом между странами Балтии и Швеции. Он занимает всего лишь 8 часов движения в одну сторону. Важнейшей частью любого бизнеса являются люди. В Вентспилсе это прекрасно понимают и, исходя из этого, выстраивают образовательные программы так, чтобы они отвечали потребностям и тенденциям соответствующей отрасли. Ультрасовременная металлообработка, машиностроение и программы по электронике теперь доступны в наших профессиональных учебных заведениях, а в университетском колледже изучают информационные технологии, деловое администрирование, электронику и переводы. Помимо уровней бакалавра, магистра и докторантуры, у нас также есть и ряд научных организаций, где производятся исследования деловых и экономических процессов, сложное математическое моделирование, прикладные исследования в области электроники и космических технологий, а также фундаментальные исследования в области астрономии и астрофизики. Компании, работающие в свободном порту Вентспилса, получают доступ к преимуществам
специальной экономической зоны. Льготное налогообложение вкупе с инфраструктурной поддержкой от руководства порта позволили создать благоприятный инвестиционный климат. Специальная экономическая зона получает лестные оценки в вопросах касательно прямых зарубежных инвестиций, проводимых уважаемым изданием British Financial Times. Согласно результатам, порт Венспилса находится на 7-м месте среди самых перспективных экономических зон и на 2-м месте среди лучших портовых зон планеты. Это невероятно важная оценка, ставящая Венспилс в авангард огромного списка из более чем 700 экономических зон по всему миру. К стартапам в Венспилсе особое отношение. Компании, находящиеся на ранней стадии развития, могут рассчитывать на поддержку бизнес-инкубатора Венспилса. Помимо субсидий на аренду офисных помещений и секретарские услуги, также доступен ряд услуг в области маркетинга, привлечения частного и государственного капитала, сертификации, поиска сотрудников и в прочих областях. Парк высоких технологий Венспилса обеспечивает благоприятные условия для развития электронных, информационных и коммуникационных технологий, а также сотрудничает с технологически развитыми компаниями Венспилса. Технологический парк предлагает все условия и полную поддержку для развития бизнеса. Венспилсу удалось привлечь ряд надежных партнеров, совместно с которыми было успешно завершено несколько многообещающих проектов. Зона промышленного развития в Венспилсе постоянно расширяется. Мы предлагаем несколько сотен гектаров площади со всеми коммуникациями для развития новых промышленных проектов. Столь традиционное направление, как деревообработка, представлено в Венспилсе на всех этапах, от начального до завершающего, где создают сложные, высококачественные продукты. Разнообразие древесины на прилегающих территориях, ровно как возможность прямых отправок из порта, уже используется одним из крупнейших производителей пиленной древесины Curex, ровно как и производителем опилочных гранул Curzimes Granulus. Высококачественные, точно вымеренные деревянные двери и окна, главным образом для экспортных рынков, производятся еще одним партнером порта Венспилса – компании Arbo. Также в порту Венспилса работает ряд компаний химической отрасли, например, Froli Baltic, немецкая компания, производящая в Венспилсе изделия из полиуретана и пластика, главным образом изделия для офиса, отдыха и реабилитации, включая инновационные постельные системы. Компания имеет большое число патентов и наград за инновационные решения, полученные в Германии. Преимущество нахождения в нашем свободном порту активно используются крупнейшим предприятием по производству биодизеля и перевалочным терминалом BioVenta, а также совместным латвийско-шведским предприятием Ventspils Andren, которое производит негабаритные продукты из стеклопластика, например, промышленные очистители, и производит их доставку из порта Венспилса. Металлообрабатывающая отрасль также представлена рядом крупных и большим числом малых предприятий. Например, сюда входят компания Венспилс Welding Factory, которая производит широкий ассортимент металлоконструкций, негабаритных решений и запчастей для машиностроения. Мировой производитель уборочных автомобилей для улиц Bucher Industries также решила сесть в Венспилсе. Филиал компании Bucher Municipal обслуживает полный цикл производства высококачественных и инновационных подметательно-уборочных автомобилей. Бельгийская компания Malmar Sheet Metal производит высококачественные запчасти из стали для автомобильной промышленности. Среди ее клиентов есть всемирно известные компании Volvo, MAN, Caterpillar и другие. Парк высоких технологий Венспилса стал домом для многих высокотехнологичных компаний. Помимо растущего числа местных и международных разработчиков программного обеспечения и приложений для мобильных устройств, в Венспилсе базируется и множество международных инжиниринговых компаний. Крупнейшим арендатором в парке является один из наиболее прогрессивных и современных производителей электроники в Латвии – компания Hansa Matrix Venspils. Также здесь находится крупнейшее в Европе производство жидкокристаллических дисплеев, которым занимается компания Euro LCDs. Ее специалисты также занимаются исследованиями, разработкой и производством широкого ассортимента жидкокристаллических изделий для промышленных, профессиональных
национальных, медицинских и оборонных систем. Новейшим участником парка высоких технологий Венспилса стал один из крупнейших мировых производителей гибких упаковочных материалов, пленок и бирок Immer Digital, входящий в Immer Group. Эта компания имеет полный цикл производства гибких упаковочных материалов, где используются ультрасовременные технологии в области печатной упаковки. Самой сладкой компанией Венспилса можно смело назвать одного из крупнейших производителей кондитерских изделий России – компанию «Победа Confectionery», которая разрабатывает собственную технологию и свои рецепты для производства шоколада, суфле, мармелада и прочих сладостей. Венспилс характеризует выдающиеся культурные традиции, спорт, туризм и, конечно, мировой бизнес. Венспилс – это гостеприимный город как для бизнеса, так и для отдыха. Высокие стандарты жизни являются его важнейшей отличительной чертой. Промышленный статус, подкрепленный культурным и историческим наследием, органично дополняется современным искусством и отличной инфраструктурой для спорта и отдыха. Венспилс – это портовый город, предоставляющий поддержку бизнесу и прекрасные возможности для экспорта. Венспилс – это место, где живут талантливые люди, полные энтузиазма и где царит деловая атмосфера. Это также и порт с низкими налогами и индивидуальным подходом к любому бизнесу. Именно поэтому компании, расположенные в Венспилсе, достигают успеха, а предприниматели видят возможности развития своего бизнеса именно здесь. Венспилс – правильное место для вашего бизнеса. Добро пожаловать в Венспилс!